Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро прогноз на неделю с 12 по 18 октября, включительно для знака зодиака Водолей. Уважаемые Водолеи, напомню, что гадание имеет общий характер. Оно подходит и женщинам, и мужчинам, и тем, кто одинок, и тем, кто в паре. Надеюсь, что многие из вас, досмотрев это видео до конца, найдут для себя важную и полезную информацию, которой вы сможете воспользоваться себе во благо. Помните о том, что карты высвечивают слабые стороны нашей жизни, а зная о чем-то заранее, мы многое можем подкорректировать и изменить. Не все, конечно, но очень много. Сейчас по традиции вы можете загадать картам вопрос желания. Думая о своем вопросе, вы обязательно установите временной срок, чтобы вы понимали, в какой период времени для вас ваше желание проиграется или не проиграется. Карта, оставшаяся на самом дне колоды, как всегда, будет ответом на ваш вопрос. Этот второй прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака, так же и по асценденту, и то, и другое верно. Смотрите, анализируйте, сравнивайте, что вам больше подходит в этом периоде, то и ваше. По каждой карте я стараюсь давать максимум из того, что я вижу, а вы для себя берете только то, что подходит под вашу ситуацию, так как все-таки расклад общий. Ваша первая карта. Уважаемые Водолеи, все карты вашего расклада перед вами. Конечно же, забегая немножечко вперед, выкладывая карты, я уже вижу, что неделя будет непростая. Давайте запасемся терпением и постараемся вашу ситуацию разобрать. Начало этого периода. Многие из вас входят с какими-то переживаниями и нервами. Это какая-то большая тяжесть, это депрессивность. Из-за чего-то или из-за кого-то вы можете чувствовать себя виноватыми. Эта карта может показывать ваши внутренние страхи и неуверенность из-за чего-то, из-за каких-то проблем, которые могут быть рядом с вами. Это не обязательно ваши собственные проблемы. Может быть, кто-то страдает из ваших близких. Вы можете переживать о ком-то. Но это все может нарушать ваши собственные планы. Если говорить о вашем общем запасе энергии, конечно же, это подавленность. Для тех, у кого есть какие-то хронические заболевания, эта карта может говорить о обострениях. Но здесь больше психологическое давление, негативные мысли, которые не дают вам покоя. Но помните о том, что безвыходных ситуаций не бывает, и эта карта говорит о том, что во многом сейчас срабатывает ваш самонастрой, а вы негативите. Постарайтесь выходить из вот этого состояния. Давайте возьмем дополнительную карту. Тройка Пентаклей говорит о том, что все в вашей жизни будет налаживаться. Сами по себе троечки говорят о росте, о развитии. Не падайте духом, не унывайте. Если вы в финансовых затруднениях, вы найдете возможность заработка. Если у вас переживания из-за обучения, образования, ваших личных амбиций, также вас ждет рост, возможность двигаться вперед. Если это какие-то семейные проблемы, то тоже вы с ними справитесь, высшие силы будут вам помогать. Если вы болеете, эта карта дает быстрое выздоровление. Все под контролем высших сил, и вы еще сами кому-то впоследствии будете помогать. Давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели, что входит в вашу жизнь. И мы видим карту старшего аркана Папы или карту Иерофанта. Эта карта говорит о том, что вы не должны терять внутреннюю веру, что у вас непременно что-то поменяется в лучшую сторону. Это действительно покровительство и помощь высших существ на высшем плане, но это также и помощь в лице реальных людей на земле. Для кого-то этим человеком может быть мужчина при должности, человек статусный, для кого-то это может быть даже отец или супруг, а для кого-то этим человеком может являться духовный наставник. Да, в вашей жизни сейчас происходят какие-то непростые события, но вы сможете из них выйти не без помощи тех, кто вам помогает, поэтому не теряйте веру. Давайте посмотрим, что ждет наши семейные пары в этом периоде. Для семейных выпала карта 5 жезлов и карта шестерки чаш.
Карты говорят о том, что у семейных пар тоже есть какие-то конфликты, какие-то распри. Вы уже устали от выяснений отношений. Даже когда ничего не происходит и вы не конфликтуете, вы как будто бы постоянно ждете очередного удара, очередных выяснений отношений. Здесь у вас еще и большие обиды на кого-то из родных. Это могут быть как ваши родные с вашей стороны, так и со стороны вашей второй половиночки. Я смотрю, что он или она в этом периоде чувствует себя более комфортно. У вашего партнера неплохое настроение. Даже если вы конфликтовали ранее, ваша вторая половинка старается отношения наладить, чтобы в доме снова был покой и уют. Но вы как будто бы не верите. Вам говорят о перемирии. Но вы хорошо помните о тех конфликтах, которые были ранее. У кого-то здесь очень большие огорчения либо за детей, либо за внуков. Даже если ранее ваши дети были неправы, и они достаточно взрослые, сейчас они будут пытаться искать с вами компромисс и за что-то могут просить у вас прощения. В парах еще живы чувства, жива любовь, живы эмоции, и вам есть что восстанавливать. Вам обоим помогли бы какие-то семейные праздники, может быть, какой-то совместный отдых или поездки. У вас ностальгия по прошлому, по каким-то добрым старым временам. Но прошлого не вернуть, нужно жить настоящим и нужно жить будущим. Постарайтесь переключить свои мысли на что-то хорошее и немножечко успокоиться. Отношения в паре в любом случае развиваются. Давайте посмотрим, что ждет наших одиноких водолеев в этом периоде. И для вас подряд, как на подбор, выпало 4 старших арканов. Арканы очень сложные. Это карта смерти. Это карта умеренности, повешенного и карта правосудия или карта силы. Это говорит о том, что у многих из одиноких на сегодняшний день происходят в жизни какие-то очень серьезные переломные события. Вы действительно из-за чего-то можете очень страдать. По карте смерти либо кто-то болеет в вашем роду, либо вы сами можете испытывать какие-то недомогания, но на психологическом уровне это 100%, вы страдаете. Вы как будто бы не можете двигаться вперед, делать то, что вы хотите, то, что вам нравится. Вы не можете развиваться из-за тех проблем, которые есть сейчас, и из-за проблем прошлого. Какие-то ситуации нужно закрыть, поменять что-то в своем сознании. Но вам тяжело менять что-то в своей жизни. Почему? Потому что вас одолевают страхи. В этом периоде вам постоянно приходится под кого-то приспосабливаться, с чем-то соглашаться, принимать чьи-то условия, а не диктовать свои. Напряженное ожидание, вы чего-то ждете, какие-то дела у вас тормозятся. Из-за этого подавленность и также может быть депрессивность. Карта силы говорит о том, что вам нужно найти в себе силы, чтобы выходить или преодолевать вот эти состояния. Вы себя чувствуете либо жертвой ситуации, либо заложником или заложницей обстоятельств. Карты говорят о том, что все то, что происходит в вашей жизни сейчас, не случайно. 4 старших аркана кричат об этом. Но они говорят вам также о том, что вы должны найти в себе смелость бороться со своими страхами и неуверенностью. Если вам приходится чего-то ждать, даже в ожидании старайтесь что-то менять внутри самих процессов. Ищите какую-то информацию, что-то изучайте. Возможно, вам сейчас и дана какая-то ситуация для того, чтобы вы начали в своей жизни что-то менять. Это какой-то переломный момент, и вам его нужно пройти. Об этом говорит карта правосудия. То есть это кармические события в вашей жизни, которые обойти, к сожалению, никак нельзя. Вам нужно их принять, но также суметь вынести, извлечь урок из того, что дает вам жизнь и дает судьба. По картам я вижу, что вы ранее сами где-то допускали какие-то ошибки. Действительно, может быть, именно поэтому вы себя в чем-то обвиняете. Сейчас как бы идет плата по счетам. Если вы во всем были правы и все делали правильно, это могут быть и какие-то старые кармические родовые программы, в которых вы сейчас находитесь, и вам приходится отрабатывать что-то за кого-то. Но по правосудию вы выйдете из вот этого коллапса, в котором вы сейчас находитесь. Для тех, у кого есть открытые судебные процессы, либо вы оформляете какие-то бумаги, карты говорят о том, что процессы тормозятся.
Вы устали и теряете веру. Вы не должны терять веру, вы должны продолжать бороться и идти к своей цели во имя торжества справедливости. И рано или поздно она восторжествует. Но карты говорят о том, чтобы для того, чтобы ваша ситуация разрешилась, понадобится время. То есть это не одна неделя и, возможно, не две. Для кого-то это месяцы, перетекающие в более длительный срок. Но проблему вашу решить вполне возможно. Карты говорят о том, что вам нужно подключать еще каких-то людей. Одному или одной вам не справиться. Если это какие-то судебные процессы, либо то, что касается бумаг, каких-то оформлений, подключите людей опытных и квалифицированных в вашем вопросе. Обратитесь к помощи юристов. Не страдайте и не убивайтесь, а постарайтесь на эту ситуацию посмотреть как бы со стороны, взглядом чужого человека, холодным и оценивающим, не пропуская что-то через свое сердце. То, что касается вашей личной жизни, здесь пока вы полностью закрыты какими-то другими проблемами, и здесь проблема не одна. Давайте посмотрим в центр вашего расклада, и здесь мы увидим основные события вашей жизни. Что на вашей душе, что на вашем сердце? Основные моменты, связанные с работой. 9 пентаклей говорят о том, что, конечно же, вы хотите зарабатывать. И деньги у вас действительно будут. Даже у тех, у кого есть проблемы с работой. Есть какие-то люди рядом с вами, которые вам помогут. Также карты говорят о том, что не стоит какие-то ситуации пускать на самотек. Вы очень умные люди, пользуйтесь своими мозгами, пользуйтесь своей головой, и когда вы будете думать, вы всегда найдете выход из любых затруднений. Для тех, кто работает, стабилизация рабочих процессов, хорошие доходы, хорошая прибыль, выгодное сотрудничество и партнерство с другими людьми, уважение в обществе. Давайте возьмем дополнительную карту, и мы видим 7 жезлов. Это говорит о том, что вы с кем-то все-таки боретесь, и на вашем сердце ситуация какой-то борьбы, конфликтов, скандалов, возможно, каких-то конкурентных моментов, все то, что связано с работой и с деньгами также. Почему? Потому что здесь у вас действительно большая конкуренция. К вам может кто-то идти с какими-то претензиями или обвинениями, но вы знаете, что вы правы. И за свои интересы, и за свои позиции вы будете бороться, и вы должны это делать. Также карты говорят о том, что у вас намного больше преимуществ и каких-то козырей в ваших руках, чем у ваших противников, врагов или конкурентов. Поэтому пользуйтесь тем, что вы имеете, но при этом включайте свою голову и думайте, как это сделать лучше и правильней. У кого-то здесь может идти борьба внутри рабочих процессов. Вы можете заработать, но кто-то вам может препятствовать. Давайте посмотрим, что происходит с вашими деньгами на самом деле. И в дом ваших финансов выпала карта Пажа чаш. Это карта мечтаний, надежд. Многие из вас думают о каких-то своих хобби и увлечениях. Кто-то будет вкладывать деньги в свое собственное развитие. Также актуальна тема ваших деток, внуков. Вы также развиваете и их таланты. То, что касается денег, здесь есть немножечко какая-то легкость. Вы можете тяжело зарабатывать деньги, но вы легко с ними расстаетесь. Поэтому больше серьезности в плане трат. Деньги могут тратиться на удовольствие, но на отдых. Но это действительно то, что вам в этом периоде нужно. Почему? Потому что я вижу ваше огромное напряжение по раскладу. Также сама по себе эта карта говорит о каких-то благоприятных известиях, телефонных звонках. Может быть, вы хотите кому-то сделать какой-то маленький подарочек, либо кто-то вам готовит небольшой сюрприз. В общем-то, что-то вас будет радовать. Если вы вкладываете деньги в свое собственное развитие, то вы на правильном пути. Давайте заглянем во внешний мир, и мы увидим любого рода общение с другими людьми. Троечка чаш говорит о том, что вы открыты в отношении других людей. Вы человек добрый, общительный. Многие вас видят как человека талантливого. Многие на вас смотрят с восхищением, кто-то хочет быть похожим на вас. И также это карта дружбы и преданности в отношении вас кого-то, помимо того, что есть враги, но есть и хорошие, надежные друзья.
Но для тех, кто в паре, то, что касается личной жизни, эта карта может говорить все-таки о треугольниках. Если говорить о рабочих процессах, то здесь к вам будут поступать какие-то хорошие, выгодные предложения по работе. Это все то, что приводит вас к дальнейшему успеху. Давайте посмотрим на скрытые факторы этого периода, то, чего не видно на поверхности, но то, что нужно учитывать и знать. Это четверка мечей, это 10 чаш и также карта туза жезлов. Карты показывают ваше непростое эмоциональное состояние. Они говорят о том, что вы будете думать о какой-то старой проблеме, в которой вы были как побежденный, а не как победитель. Вы думаете о том, как что-то кому-то доказать. Но карты говорят о том, что этого делать не нужно. Не нужно кому-то мстить, не нужно что-то доказывать. Займитесь собой. Уделите время своим родным и близким. Устройте какие-то семейные праздники. Постарайтесь друг друга простить, если конфликт внутри семьи. Для кого-то эти карты могут показывать действительно внутрисемейный конфликт. Проявите заботу о ближнем. И даже те, кто вас обижал, осознают свои ошибки. В вашей жизни грядут перемены. Перемены благоприятные и радостные. Вас кто-то поддерживает из самых родных людей, либо из очень преданных друзей. У многих из вас есть возможность начать что-то заново. Либо то, что касается личных отношений, выстроить их у тех, у кого что-то разрушено до основания. Если это бизнес, это работа, то это какие-то новые проекты, новые идеи, которые вы также будете реализовывать. Поэтому улыбнитесь, будьте на позитиве. Радуйтесь жизни, будьте великодушными и умейте прощать своих врагов. Жизнь за вас сама все расставит на свои места. Для тех, кто болеет или вы действительно имеете какие-то недомогания, также проявление заботы близких о вас и ихняя помощь. Карты говорят о выздоровлении, о приливе энергии, о том, что у вас появится желание жить и желание что-то менять. Давайте посмотрим, чем завершится для вас эта неделя. На завершение этого периода выпадает карта троечки жезлов. И сама собой потянулась вторая карта. Конечно же, я ее также взяла. Это королева чаш. Если смотрят меня женщины-водолеи, несмотря на то, что вы относитесь к стихии воздуха и ваши персональные карты – это мечи, эта карта может показывать ваши характеристики в этом периоде. Ваш творческий подход к каким-то вещам, ваша доброта – ваша внутренняя наполненность, где-то даже ваша интуитивность будут вести вас по жизни. И эта карта говорит о том, что вас ждет развитие, не сомневайтесь, даже если сейчас у вас есть какие-то проблемы. В вашем раскладе была тройка чаш, теперь тройка жезлов, у вас есть туз жезлов, у вас есть 10 чаш. Также карта Иерофанта, которые говорят о том, что рано или поздно все будет налаживаться. У вас появятся какие-то равноценные шансы и возможности. Вы будете перед каким-то выбором. Для кого-то это выбор в любви, для кого-то выбор в работе, для кого-то выбор в образовании. Для мужчин карты говорят о том, что вашему развитию будет способствовать женщина. Для кого-то это любимая женщина. Для кого-то это мама, либо ближайшая родственница, возможно, даже супруга. В делах у вас будет подъем, а у женщин будет возможность также заняться какими-то своими хобби, увлечениями и подумать о своей внешности, немножечко отдохнуть и расслабиться в завершении этого периода. Но многие из вас смогут совместить приятное с полезным, то есть карты показывают активный отдых. Вы можете и поработать, и отдохнуть, и все это вам удастся совместить. Давайте посмотрим карту основного совета для вас на эту неделю. Мы видим карту тройки мечей, третья тройка, но, к сожалению, это карта негативного характера. Если смотрят меня мужчины, карта говорит о том, что какой-то конфликт в отношении вас спровоцирует женщина. Если смотрят меня женщины, то, возможно, вы сами злитесь на какого-то мужчину, и начинаете с ним конфликтовать. Страдает этот человек, страдаете вы. Давайте возьмем сюда еще одну дополнительную карту, очень непростая. Мы видим карту 5 мечей, а это говорит о том, что вы злитесь не напрасно, вы боитесь либо каких-то подстав,
у вас постоянное чувство какой-то скрытой угрозы. Если это партнерские отношения, вы кому-то не доверяете, потому что ощущаете вот эту враждебность, она действительно рядом с вами есть, и для кого-то вот этот самый конфликт неизбежен. Вам действительно придется отстаивать в чем-то свои интересы, но действовать вам нужно будет жестко, для того, чтобы разрешить какую-то сложную проблему. Если это личные отношения, карты говорят о изменах, поэтому также будьте внимательны. Так как это общий расклад, информация дается вам для размышления. Для того, чтобы вы о чем-то задумались, и этот расклад не является для вас приговором, а наоборот, возможностью что-то в своей жизни изменить. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос, да или нет. Карта дьявола. Старший аркан говорит о том, что действительно вопрос вы задали очень непростой. Я смотрю, что кто-то пытается даже разрешить свои проблемы с помощью магии. Не исключу, что с помощью черной магии. Вот в этом случае, наверное, это единственный случай, когда работа ляжет хорошо и вашим врагам не поздоровится. Но для всех остальных желаний эта карта говорит о массе препятствий, запутанности самой ситуации, о ваших внутренних страхах, о помехах со стороны других людей, о манипулировании кем-то вами в самих процессах, зависимость от других. Поэтому больше нет, чем да. Для кого-то эта карта говорит о том, что желаемое вы хотите получить любой ценой. Вы готовы пойти на крайние меры. Вы готовы на лукавство, на какую-то интригу. И как совет, эта карта говорит о том, что вам действительно нужно преодолевать свои страхи. Если кто-то оказывает на вас давление, не показывайте, что вы боитесь. Внушайте кому-то свои мысли. Пользуйтесь своим красноречием. Но это не совсем честные методы. Давайте возьмем еще три дополнительных карты. Что вам еще нужно знать в этом периоде? Информация общего характера и для женщин, и для мужчин. Давайте посмотрим. Эти карты говорят о том, что, к сожалению, даже среди близких друзей очень много лицемерия. Лицемерия и зависти. Карта масок, карта солнышка – это ваша собственная победа и амбиции. Вы очень амбициозные люди, вы очень сильные люди, вы очень яркие люди. Вам кто-то улыбается в лицо. Вас даже могут пытаться как бы подкупить какими-то презентами, небольшими подарочками, но при этом вас могут в чем-то использовать. Дать вам что-то малое, взамен забрать у вас гораздо большее. Поэтому будьте внимательны и бдительны в отношении того окружения, в котором вы находитесь. Есть очень много завистников. Уважаемые водолеи, таким для вас был расклад на этот период. Расклад непростой, но он говорит о том, что многое в вашей жизни все-таки будет налаживаться. Но в какой-то сложной ситуации вам все-таки придется постоять за себя. Всем удачи, всем здоровья и терпения. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Пишите в обратных сообщениях, для кого, как этот расклад проигрался. А я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новых встреч, до следующих видео.